Всем привет. Не хочу, наверное. Что, можно уже? Нет. Паш, научи меня говорить. Сказал бы, чтоб я не натупил. Сейчас, подожди. Может, Антоха поздравит? Кого поздравляем? Чё ты сказал? Живой двор. Как-то так вот. Давай еще раз. Чё ты это... Так, ну, я от лица подписчиков Берлоги поздравляю всех с наступающим Новым годом. Здоровья в новом году, ну и чтобы все складывалось положительно. Все, всем привет, в новом году. Здравствуйте, дорогие товарищи. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем вам всего самого наилучшего. Особенно здоровья, семейного счастья, успехов в любой работе. Ну и хорошего настроения, и чтобы ваша жизнь не зависела от идиотов, как говорит ура. Нина. Ура, ура, ура. Всех с наступающим Новым годом. Пожелать в 2023 году стабильности, здоровья, и чтобы кончилась война. Чтобы мы победили. Чтобы закончился этот ужас, кошмар, и Россия стала, как и прежде, великой державой. С наступающим. Всем добра. Дорогие друзья, всех поздравляю с Новым годом, с наступающим Новым годом. Всем желаю здоровья, счастья, любви, финансового и душевного благополучия. Побольше прекрасного, чудесного, изящного и всего-всего-всего чуть-чуть сверху. Всем с Новым годом, всем крепкого здоровья, хорошего настроения. Винни-Пух, да, шучу, давай заново. Всем привет из Нижнего Новгорода и, как говорится, всех с наступающим Новым годом. Всем удачи в Новом году, чтобы все было хорошо, здоровья и мирного неба. Всех поздравляем с Новым годом, чтобы у всех были в следующем году хорошее настроение, здоровье, мирного неба над головой, ну и успехов всем. С Новым годом! Всем привет! Так, поздравляю всех с Новым годом, здоровья и денег. Пускай 2023 будет намного лучше, чем 2022. С наступающим. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю в Новом году счастья, здоровья и побольше общения. Друзья, поздравляю всех с Новым годом наступающим. Наилучшие пожелания. Мне очень понравилось поздравление одного очень известного человека, который сказал, знаете что, в Новом году я желаю всем, чтобы вы ходили к врачу исключительно, чтобы укоротить. То, что мы придумали в этом году, в следующем году подарит много-много радости огромному количеству людей. Но, друзья мои, пожалуйста, не болейте, потому что залог вашего здоровья – это будущее наших ножей. С Новым годом вас! С наступающим! Острых вам ножей и не болейте! Да, друзья, всех с наступающим Новым годом! В наше нелегкое время здоровья всем! Вот, чтобы все были живы, здоровы, и самое главное, ну, поскольку мы занимаемся все дружно ножами, да, чтобы были острые ножи, и чтобы ваши кухонные ножи резали вот прям вот так вот. Поздравляю вас с наступающим Новым годом от кузницы Назарова. Каждый, говорится, год сложнее и сложнее прошедший, но в этом году я вам желаю, наверное, удачи, счастья. И чтобы все, что плохое, ушло. Что пожелать в следующем году? В наступающем году? Ну, так как мы продаем клей, поэтому просто желаем вам, чтобы у вас все клеилось и ничего не расклеилось. Всем привет! Мастерская «Русский мамонт» поздравляет всех с Новым годом. Счастья желаем, здоровья. Здоровья вам и вашим близким. В новом году и в жизни. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю всем здоровья, счастья, денег побольше, чтобы приходить к нам на выставки. Вот. Всего самого наилучшего, чтобы следующий год был лучше, чем предыдущий. Друзья, всех с наступающим Новым годом, всех благ. Поздравляю вас. Дорогие друзья, с Новым годом! Да, всем привет! Нажиманы и не только. Всех с Новым годом! Всем здоровья, удачи, всего-всего. Да, в новом году нам много чего понадобится, поэтому
Всех поздравляем и желаем всего самого лучшего. Желаю ножей поострее, бусин поэксклюзивней, поприятнее. Желательно, конечно же, все-таки от Oldcaster. И всем здоровья. Ребята, от лица кузницы «Медведь» хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Счастья, удачи в наступающем новом году. От всей нашей компании, ножевого двора, от всех наших рабочих желаем вам здоровья, счастья, процветания, мирного неба над головой. Всех обнимаем. Мы также и будем продолжать вас радовать нашими изделиями. Поэтому, друзья, вам всем хорошего настроения, позитивного. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю здоровья самым главным. Дорогие друзья, хочу поздравить вас в преддверии новогоднего праздника с Новым годом. Хочу пожелать вам счастья, здоровья и мирного неба, самое главное дело, над головой. Вот. Успехов, семейного благополучия в новом году вам и хороших, качественных ножей. Это уже к Лехе. Что надо? Юлю поздравь с Новым годом. Юля, с Новым годом. Все? Кто такая Юля, Леша? А я знаю, что. Это уже не имеет значения. Всем привет, дорогие друзья, дорогие зрители канала «Мужская берлога», дорогие почитатели лично Виталия Погарцева, уважаемые посетители «Клинка», большое спасибо, что ходите на наши выставки. Поздравляю вас всех с наступающим 2023 годом. Ждем вас у нас, где бы мы ни оказались. Здравствуйте, друзья. Мы вам с Новым годом желаем, чтобы у вас, как говорится, было благополучие, чтобы все, как говорится, у вас складывалось в нужном русле, чтобы, как говорится, близкие были рядом, никуда не девались, чтобы, как говорится, стол ломился от всякого вкусного, ну и не получите майонезную кому. Вот, кушайте мандарины прямо с этого дня. Дорогие друзья и любители острова, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Самое главное, хочу пожелать, чтобы все ваши близкие были живы, здоровы и рядом, чтобы в семье был уют, чтобы здоровье позволяло нормально отпраздновать. Пусть ваши желания, ваши тайные чаяния в следующем году сбудутся. Но самое главное, желаю вам точно знать, что ваше счастье, ваше благополучие зависит именно от вас. И кирпичик по кирпичику идти к правильной цели. Пусть будут мечты, будут цели, и пусть будет планомерный приход к ним. Всех обнимаю, всего самого острова. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю Божьей помощи, везения, здоровья. Хотел бы пожелать удачи всем нашим бойцам, чтобы все вернулись живыми, здоровыми, чтобы все скорее закончилось и все вернулись домой. В преддверии Нового года хочется поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, успехов в труде, здоровья родным и близким. Чтобы, если ножевики, то чтобы ножи всегда были острые, достигать новых каких-то успехов, не останавливаться на достигнутых целях. Посетителям пожелать тоже здоровья, благосостояния и, конечно же, посещать наши выставки, чтобы в новом году у вас были только удачи, позитивное настроение и побольше добра. Всех с наступающим Новым годом! Дорогое ножевое сообщество, поздравляю вас с Новым годом, с новым счастьем, всех благ и самое главное здоровья вам и вашим близким. Всем привет, дорогие друзья, с вами компания «Саро». Мы хотим поздравить вас с грядущим Новым годом, пожелать вам всего самого хорошего. Пусть в ваш дом придет счастье, ваши ножи всегда будут острыми и красивыми. Привет всем подписчикам канала «Берлога», фанатам мастерской Аники и просто любителям ножей. И выставки «Клинок». Несомненно. Дорогие друзья, с Новым годом вас! Поздравляем всех вообще с наступающим Новым годом. Надеемся, что, как всегда, следующий год будет лучше, чем этот. Надеюсь, все будут живы и здоровы. И побольше вам походов, выходов в лес, встречи с друзьями в лесу. Побольше ножей. Ну и до скорых встреч на будущих выставках. Побольше всем позитива. Поздравляю всех ножеманов страны с новым 2023 годом. И пусть вам достанутся огромное количество кладов, как в острове сокровищ.
товарищам Ливси, Смолету и Джиму. Привет, это Михаил из CKF. Хочу от нашей небольшой, но очень дружной компании, от нашего коллектива в новом 2023 году, который, честно скажу, был плодотворным, плодотворным во всех планах, и в хороших, и совсем не очень, как вы сами понимаете. Хочу пожелать ножевому сообществу сплотиться вокруг нашей общей ножевой идеи, направить свою энергию на созидание контента, общение новых друзей, не тратить эту энергию на чаты, специально созданные для того, чтобы бросаться друг к другу отходами ножевой жизнедеятельности. Хочу пожелать новых свершений, новых популярных и востребованных моделей. Пусть все у вас получается, пусть вы будете тепло и ласково встречены ножевым сообществом. Пусть все у вас будет хорошо, здоровье у вас будет в семье. Пусть все плохое, что было в этом году, наконец-то закончится. Во всем мире наступит мир, откроются границы. Мы снова сможем тут посещать настоящие, хорошие ножевые выставки. Клинок станет по-настоящему международным. Берлога сможет ездить на Сикак, а может быть и дальше через континенты и океаны. В общем, от всей души перчатка улетела. Желаю вам всего самого лучшего в новом году. Ребята, пока. Дорогие подписчики канала Берлога Медиа, поздравляю вас с наступающим 2023 годом. 22-й год был непростой, но, к счастью, подходит к концу. Я желаю вам, вашим близким и родным крепкого здоровья, железного здоровья, чтобы прям вот в 23-м году ни одной болезни не было. Желаю вам, чтобы ножи ваши были всегда острыми. Но если духа не затупится, вы знаете, что с ним нужно делать. Желаю, чтобы ваши коллекции ножей только росли. Вот. Ну и хочу пожелать, пожалуй, ну, от себя лично, вот, да, будьте счастливы, поскольку это самое главное в жизни. Ну что, дорогие друзья, еще раз вас наступающим 2023 годом. Дорогие друзья, соотечественники, россияне, 2022 год был очень сложным годом. Наши западные и восточноевропейские партнеры решили оставить нас без поставок стали. Они оценили мощь и потенциал нашей металлургии. Множество экспериментов над сталью Х12 МФ и прочими легированными сталями позволят в 2023 году выйти на совершенно новый уровень. Отдельно отмечу достижения химической отрасли. Если в прежние годы сохранялась зависимость от иностранных компонентов, то уже к концу 2022 года наши химики вышли на рубежи самостоятельного изготовления жидкости для стабилизации древесины. Мы уверены, что 2023 год будет интересным на эксперименты, на достижения. Привет, Берлога и Берлогоманы! Поздравляю всех с Новым годом! Мастерам ножеделам бесперебойных поставок и новых творческих побед. Ножеманам хороших ножей. Всем здоровья, счастья, мира, добра и благополучия. И еще раз с Новым годом. Уважаемые подписчики канала Берлога, привет вам. Я сейчас тут, правда, нахожусь в горах, в районе Сочи. Хочу с пожеланием к вам обратиться в новом году, чтобы все у всех получалось. Чтобы канал Берлога давал вам настоящий, полезный, классный, позитивный контент, потому что, ну, ребята делают хорошее дело. И, безусловно, каналу Берлога процветание, чтобы все получалось, чтобы реализованные планы, которых много должно быть, осуществились, и все-все узнали, как у вас там что происходит. Давайте, делитесь. А вы, уважаемые подписчики, смотрите, конечно, подписывайтесь, рекомендуйте канал. Все, от Василия Емельяненко, привет.
Поздравляю с наступающим Новым годом канал Берлога и, конечно же, всех подписчиков и твоих, Виталя, и своих я тоже через твой канал поздравлю, как-никак, и парней, и девчонок, всех с наступающим Новым годом. Пусть сбудутся в Новом году все ваши мечты. Уважаемые россияне, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю счастья, здоровья. Пусть на ваших столах всегда будет вкусная и полезная еда. Близкие будут счастливы и здоровы. И пускай будет вам счастье. С наступающим! Ура! Друзья, всех приветствуем. На связи канал Лесные. Приветствуем мужскую берлогу. Желаем подписчикам и ее ведущему Виталию всех благ, здоровья крепкого и отличных путешествий. Встречайте рассветы в горах, проводите ночи в лесах, и ваша жизнь будет насыщенной, яркой и незабываемой. До встречи. Пока.